В Димитровграде чрезвычайное происшествие на газопроводе. Часть улицы Свирской перекрыта спецслужбами. По предварительным данным, в Первомайском районе утечка газа произошла в результате порыва газовой трубы. На месте работают специалисты профильной организации. Одна из предположительных причин ЧП – работы по строительству непонятного объекта на месте бывшей автозаправочной станции. Димград-24 специально для Управды ТВ.